Я хочу сказать, что нам надо все продумать. Нам? Ты остаешься здесь. Вакцина готова, и я буду контролировать ее производство. Но без меня вы будете беззащитны. Похоже, я и с тобой также беззащитен. Я иду один. Разговор окончен. Отряду 2 быть наготове. А я подышу немного. Пит, лекарство готово. Норман пошел за ним в лабораторию. Последишь за ним? Незаметно вряд ли. Соболь встала не с той ноги и устроила агентам учебную тревогу. Все на взводе. Тогда жди. Я уже почти знаю, где это. Веду обход. Ждите моего доклада. Контроль, тут что-то есть. Прием. Контроль, внимание! Я что-то слышал! А, 18 июля. Есть! Супер жутко. Надо найти лабораторию дыхания дьявола. Кое-что из этой комнаты может пригодиться. Что это за штуки? Прототипы ручных гранат? Бойцы, будьте начеку. Норман все больше напоминает мне безумного ученого. Норман Осборн, отчет по GR-27. Весь проект коту под хвост. GR-27 — лекарство, а не вирус. Но попробуй объясни это репортерам. Они откуда-то узнали прозвище, которое ему дали техники, дыхание дьявола, и теперь нагнетают истерию. Они не понимают, что им можно лечить рак, врожденные пороки, наследственные заболевания. Еще немного, и мы бы довели его до совершенства. А вместо этого мне придется 1,5 года отмывать репутацию. Столько времени впустую. Дыхание дьявола не болезнь, а попытка создать лекарство? Поверить не могу. Медкарты Гарри и Эмили. GR-27 разрабатывался, чтобы их вылечить. Дыхание дьявола – неудачная попытка создать лекарство для близких. Детский рентгеновский снимок, но это не Гарри и не Эмили. Кто же это? Аура вокруг него? Это Мартин Ли? Пауки? Норман пытается воссоздать способности Питера? Таблички на клетках? Биоэлектрокинетика? Оптический камуфляж. Что за жуть он пытается создать? Ух ты, Норман выиграл конкурс на самую странную карту. Похоже на верхний Уэстсайд. Похоже, Норман следит за перемещениями доктора Майклза. Жуть какая. Хотя можно понять. Майклз главный по дыханию дьявола. Здесь отмечена вся собственность Оскорб. Не знала, что у них столько всего в Нью-Йорке. Коммерческая недвижимость. Ух ты! Сколько студий звукозаписи!
Расположение отрядов Соболя. Они развернуты по всему городу. Готова спорить, я найду эту лабораторию. Она должна быть в здании Оскорб, возле которого много Соболей, и который часто посещает Майклс. Браво, браво, браво. GR-27. Это же кодовое название Дыхания Дьявола. Нашла! 10-я и Кафедрал Стрит. Это же... Конечно, угол 10-й и Кафедрал, студия звукозаписи Оскорб. Идеальное место, чтобы спрятать секретную лабораторию. GR-27. Инцидент с Ли. Что это? Итак, запись уже пошла. Я буду совсем рядом. Просто расслабься и пусть действует лекарство. Думаю, это просто консультация. Мальчик был готов. Я пойду туда. Нет, нельзя. Слишком поздно. Что ты наделал? О, Господи. Норман и Отто. Это они все начали. Они создали Ли. Я должна все выяснить. Что? На! Кто там? О, нет. 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 Давай, давай. У нас прорыв. Тревога. Пит, я узнала, где лаборатория. И еще много всякого. Ты далеко? В паре кварталов. Только скажи, и я приду. Отлично. Не глуши мотор. Сектор чист. Продолжаю обход. Надо зачистить балкон. Эй! Босс, она у нас! Пит, ты здесь? Поворачиваю след. Ты в порядке? Еще пару секунд. Северо-западный угол. Ты готов? Стой, стой, стой! Поздно! Давай! Ты чокнутая! А ты супер! Все это слишком тяжело. Болезнь Гарри, Норман и Ли, доктор Октавиус. Я знаю. Все из-за меня. Опять старая песня.
Ты больше не одинок, Пит. Мы с Майлзом присмотрим за пир. А ты найди Нормана. Найди лекарство. Спасибо, партнер. Мне надо раздобыть противоядие и попытаться все исправить. Должен быть какой-то способ связаться с Ли и Отто. Убедить их прекратить этот крестовый поход. Оба несли миру добро. Они не могут отбросить все только ради мести Норману. Так, значит, Норман поехал за вакциной. Надо сообщить Юре. Надеюсь, это хорошо. Да. Аскорб разработал вакцину. Лекарство? Слава богу. Как быстро мы сможем дать его людям? Выясняю. Лаборатория на углу 10-й и кафедрал. Стой. Пришло сообщение о вертолете, садящемся в том районе. О, нет. Вдруг это вертолет Нормана? Я бы и послала к тебе людей, но нет никого. Ничего, я разберусь. Скоро все закончится, обещаю.